Приветствую вас. Давайте мы с вами, наверное, сразу условимся так. Свой вопрос вы задаете в очень короткой форме. Очень неинформативно, в том смысле, что никакой информации вы не представляете нам больше, кроме вот только той, собственно, что рассказали. Вот. И, соответственно, ответ вам будет такой. Ответ будет такой же, в том смысле, что он будет короткий, он будет достаточно неинформативный. И он будет очень ограниченный, потому что все, что идет больше, все, что будет сверх под такого ответа, будет гадание. Вот. Несмотря на всю, казалось бы, очевидность ответа. Значит, что хочу сказать? Люди смотрят в глаза пристально друг другу тогда и только тогда, когда хотят по большому счету наладить психологический контакт. То есть это как ключевая цель, да, ключевая цель мужчины наладить с вами психологический контакт. Он хочет, чтобы вы были в контакте, так, скажем так. Вот. Понимаете? Это то, что его волнует. Это то, что ему хочется. Это то, что ему нужно от вас. Психологический контакт. Для чего ему нужен психологический контакт? Ну, собственно, с вами. Да? Это уже вопрос. Вот. Почему ему это необходимо с вами? Это уже вопрос. Но совершенно однозначно, что мужчина этого контакта хочет. Ему это нужно. Вот. Какой это контакт? Да? Какой это контакт? Контакт это любовный. Контакт это, ну, например, там, грубо говоря, трудовой. Контакт это, скажем, ну, скажем, дружеский, да, вот. Это уже детали. Вот. Это уже детали. Но совершенно однозначно, что человек именно хочет этого контакта. Вот. Я честно вам скажу, да, честно скажу, что я не знаю, какой у вас контакт с ним. То есть я не знаю, чего он хочет.
вы уже сами, именно исходя из того, что происходит, вы уже сами, исходя из того, что, исходя из того, какое между вами общение происходит, делайте выводы относительно этого контакта. Вот. Мне бы гадать не хотелось бы. Вот. Это я совершенно точно могу вам сказать. Мне бы не хотелось гадать. Мне бы не хотелось заниматься, ну, каким-то таким именно гаданием. Понимаете? Вот это то, что можно вам сказать. Контакт, да, очевидно. Именно контакт. Какой контакт? Я не знаю. Вот, я думаю, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить. На этом, в принципе, ответ можно завершить, потому что я думаю, что вы сами знаете этот ответ. Я думаю, что вы сами знаете, как обстоят дела. Вот. Вот, собственно, так. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, например, ко мне, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.